В идеальном гардеробе обычно существует такая вещь, с участием которой можно придумать десятки модных образов. В наступающем сезоне в качестве такого базового предмета, роскошного и вместе с тем практичного, имидж-консультант Елена Бер предлагает кашемировое пальто, которому посвящены наши стильные решения. Пальто шьется из ткани высочайшего качества, то есть это кашемир ручной работы, используются самые разные цвета. Вот это кашемировое пальто, оно сейчас шагнуло в мир моды, и оно сейчас надолго останется в нем, поскольку, во-первых, оно и функционально, во-вторых, оно очень красиво, а в-третьих, оно подходит для женщин с любой фигурой. Современный подход к формированию гардероба – верхняя одежда акцентного цвета. Тенденция последних лет допускает самые смелые сочетания оттенков. Как правило, мы пальто стараемся купить какого-нибудь такого базового цвета – серое, черное, темно-синее. Но, тем не менее, мы спокойно можем позволить себе яркое пальто, тонкое, именно кашемировое, потому что мы можем его носить, сочетать с базовыми какими-то цветами. Можно и поддержать эту яркость, допустим, бирюзовую тему какой-то блузки с цветами, с бирюзовыми листочками. И можно в то же время взять черно-белое графичное платье и надеть на него сверху бирюзовое яркое пальто. Это будет очень интересно. Следующее решение – кашемировое пальто в деловом гардеробе. Кашемировое пальто прекрасно подходит для бизнес-стиля. Вы накинули его на свой костюм рабочий и пришли в офис в элегантном таком стиле. Единственное, что сейчас есть такое правило, что это тонкое пальто должно по цвету подходить к тому, с чем вы его носите. То есть марки даже выпускают такие целые линии вот к этому пальто, вот такие-то блузки, такие-то платья. Кроме того, например, очень уместно летнее пальто, элегантное, с нарядным платьем. Гардероб для неформальных ситуаций также может быть модным и элегантным, поскольку кашемировое пальто сочетается и с джинсами, и с уютным трикотажем. Вы можете спокойно надеть летнее кашемировое пальто со стилем casual. То есть оно совершенно гармонично впишется и в этот стиль. То есть получается, благодаря своему такому классическому крою, идеальной ткани, оно подходит буквально к любой жизненной ситуации. Покупку кашемирового пальто иной раз можно сопоставить с приобретением шубы или даже автомобиля. И хоть к нему и вернулось сиюминутное внимание дизайнеров, место для этой статусной вещи в гардеробе найдется и в будущем году, и в ближайшие 5 лет минимум.